В декабре мы спешим Рождество отмечать. День особый для всех Иисуса рождения. В этот день к нам на землю пришла благодать. Рождество ждут и взрослые люди, и дети. Ждут рождественские ночи, подарков, гостей. Перед праздником низ нетерпения считает. Зажигает на елке побольше огней. Рождество всем тепло, хотя снег и не тает. И звучит гимны радости и торжества об Иисусе, рожденном когда-то младенцем. И не хочется спать в эту ночь Рождества. Улыбаются люди и мир в каждом сердце. Говорю сердцем каждым, но это не так. Говорю, все поют, но поющих немного. Говорю, всюду свет, а в домах темнота. Нет, не все Рождество поклоняются Богу. А по улицам женщина тихо идет, сверток крохотный, нежно к груди прижимаю, колыбельную сыну негромко поет. Двери чьи перед ней распахнутся, не знаю. Смотрит в окна Мария, горит пламя свеч, а по комнатах стелится дым сигаретный. Вместо гимнова рождественски бранная речь, и улыбок на лицах, увы, незаметно. По хрустальным бокалам разлито вино, голубые экраны мняшет мерцает, и на елках огни. О, Господь, как темно, разве так Рождество Иисус встречает? Говорят о другом и поют о другом. И закрыты дома и сердца на засовы. Смотрит в окна Мария, найдет ли тот дом, где встречать Иисус сегодня готов. На руках материнских младенец уснул. И уставшая женщина ищет ночлег. И почти без надежды подходит к окну, смотрит через стекло с занесенным снегом. Постучать идти дальше не знает она. В ожидании Бога Мария молилась. За окном слышно пение, а ночь так темна. Постучала, и сразу же двери открылись. О, как радостно дома Иисус встречал. До Христа приготовлены были здесь ясли. Исчезла из сердца Марии печаль. Нет, Спаситель на землю пришел не напрасно. Если свет Рождества, чем в том доме горит, если слышно еще об Спасителе пение, если в детских глазах еще радость блестит, если кто-то еще преклоняет колени. Посмотрите в рождественский вечер окно, посмотрите, как звезды на небе сияют. Почему в вашем доме сегодня темно? Почему вас дом Иисус не встречает? Почему между вами и Бога стена? Отворите младенцу рожденному двери. Помолитесь Христу прямо здесь у окна. И откройте младенцу рожденному двери. Аминь.